Сегодня первый день лета, а это значит, что весь мир отмечает День защиты детей. Владивостокский государственный цирк присоединился ко всероссийскому флешмобу «Цирк – это мы». Также дали старт программам «Цирк отличникам» и «Цирк детям села». Юные жители отдаленных сел и деревень смогут увидеть цирковые представления и познакомиться с артистами. Сегодня мы хотим дать старт первому дню лета, также отметить такой великолепный праздник, как День защиты детей. И проводим всероссийский флешмоб во всех цирках страны. Этот флешмоб посвящен детям, которые выстроятся в слово «цирк», дружненько возьмутся за руки и прокричат волшебные слова «Цирк – это мы». Хотим поздравить всех детей с этим великолепным праздником, да, сказать, что мы всегда рядом, цирк всегда рядом и рад детям, и только, наверное, за счет детей мы и живем. Сегодняшнее мероприятие посетили дети из цирковых студий, из многодетных семей и семей, где погиб один из родителей, сотрудник МЧС Приморского края, и постоянные юные зрители. Ребята получили в подарок шарик и мороженое, а также каждый смог принять участие в конкурсе на розыгрыш билетов в цирк. Лучшее для детей – это, наверное, чтобы взрослые оберегали, чтобы у детей был праздник именно. Они, то, что как бы в школе их очень много, нагрузка огромная, да, и каникулы дети ждут прям с удовольствием. И это для них радость, и так же, как и для родителей. Доброта, любовь – это прежде всего. Это прежде всего должна быть в каждой семье. Только так и детки будут наши добрые, защищены, они будут знать, что их дома любят, они будут бежать, торопиться домой. Лето – пора каникул, отдыха, новых приключений и путешествий. Это значит больше прогулок, игр и веселья. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом.